От 9 лет и старше в Одинцовском округе прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. Их главная цель – популяризация этого вида спорта, повышение мастерства дзюдоистов и укрепление дружественных связей между клубами. Мы его сделали открытым для того, чтобы было большее количество участников. Участники приехали из разных городов. Сегодня представлено 10 городов. Можайск, Волоколамск, Истра, Обнинск, Москва и другие. Среди участников первенства Милана Бушуева. Девочка занимается самбо, но решила попробовать свои силы в дзюдо. Результат не заставил себя ждать. Копилка наград Миланы пополнилась серебром. Бороться было тяжело, но я выиграла. Одну схватку проиграла, одну выиграла. В этом году первенство Одинцовского округа по дзюдо перешло в статус официального. Победители соревнований получили путевки на первенство Московской области и Центрального федерального округа. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».